Stājusies sieviete. И она покупала масло. Un viņa pirka eļļu. Для Мерседеса. Мерседесом. И потом она купила масло и говорит продавщице. Viņa nopirka eļļu un jautā pārdevējai. А вы не могли бы помочь мне залить масло? Jūs nevarat man palīdzēt ieliet to eļļu? А на что продавец ответила: мы только продаём. Pārdevējs atbildēja: mēs tikai pārdodam. Заливайте сами. Lai iet pati. Ну, короче, она ушла. Un viņa aizgāja. Я что надо купил? Выхожу. Es arī izēju laukā. Я вижу картину. Un es redzu ainu. Перед Мерседесом. Mercedes priekšā. На корточках. Uz celiem. Сидит женщина. Sēž sieviete. В левой руке вот масло. Kreisajā rokā ir eļļas pudele. А правая она заглядывает в эту решётку. Un tajā priekšējā restē viņa skatās pa tām šķirbām iekšā. Я выхожу. Es izēju. И она говорит: вы могли бы, молодой человек, помочь мне? Viņa man saka, jūs jaunais cilvēks varat palīdzēt? А я же всегда готов помочь всем. Es vienmēr esmu visiem gatavs palīdzēt. Я говорю: нет проблем. Nav problēmas. Сажусь рядом с ней. Сажусь у ней блакам. На корточке. С целью. И заглядываю в ту же решетку. Un skatos tajā pašā restē. Правда, ничего не вижу. Neko neredzu. А я же такой автомеханик, я скажу. Es tāds mehāniķis esmu. Она говорит: вот как капот открыть? Viņa prasa, kā kapotu atvērt. Я говорю: надо подумать как-то. Я подумал, как отверть капот. Вокруг ходят люди. А в конце концов, пастор Алексей с этой незнакомой женщиной. Мацитес Алексей, что не позиста массиве. Заглядывает в решетку. Сказавшей ресте. Чтобы увидеть, что ж там, как открыть. Лерезать, как отверть. Вдруг мы увидели там какая-то штучка пластмассовая. Мы все родзем там пластмасс стац. Выглядывает. Она говорит: слушай, может, давай ты подергал бы ее? Варбу... А я бы, говорит, попробовала капот поднять. Viņa saka, tu parāji, es tās plastmasas tās detaļas, un es pamēģināšu kapotu atvērt. Ну, хорошо. Es saku, labi ir. Я взял за эту штучку. Es paņēmu aiz tās detaļas. Пластмассовую. Plastmas. Туда-сюда. Šurpu turpu. Я потом слышу. Un pēc tam dzirdu. И она уже хоть куда. Visu, uz kur pusi grib. А капот не открывается. Bet kapots nevarās vaļā. И вдруг она мне говорит: так вы сломали ее? Un viņa saka man, tad jūs salauzāt viņu? Я говорю: да вроде бы она и была такой. Viņa saka, viņa it kā tāda arī bija. Я понял, что я влип. Es sapratu, ka es esmu iekritis. Помочь хотел. Gribēju palīdzēt. А вот как? Bet kā? Не знал. Nezināju. Смотрю, два мужика идут. Skatās, divi vīri iet. Ребят, es saku, вы могли бы помочь капот открыть? Jūs varētu palīdzēt kapot atvērt? Она встала. Хватит, один уже помог. Pietiek, jūs man palīdzēt. Давай и tālāk. Я стою, не знаю, что делать мне. Es stāvu, nezinu, ko darīt. Я говорю: es saku, простите меня, пожалуйста, можно я уеду? Es saku, piedodiet, vai drīkst es braukšu? Вот тупее ситуации. Это потрясение было. Пастор Алексей в безвыходной ситуации на статуэле. Un tā bija satricinājums mācītājs Aleksejs statuēlā bez izejas stāvokļa. Знаете, я потом выучил урок. Es pēc tam iemācīju šo mācību. Я знаю теперь, как открывается капот в Мерседесе. Es zinu, kā Mercedesam kapots atverās. Я теперь понял, что оказывается из невидимого происходит видимое. Es saprotu, ka no neredzamā. Это где-то под рулем где-то штука вот такая. Дергаешь на себя. Галц uz sevis. И капот реагирует. Un kapots reaģē. Но та женщина уехала со сломанной вот этой пластмассовой штучкой. Un tā sieviete viņa aizbrauca ar šo salauzto plastmasu steikeni. Знаете, чего я боюсь сейчас? Ziniet, ko es baidos? Боюсь, что однажды Байдос Кавенрейс. На сцену нового поколения. Узявнас паунс. Выйдет человек. Скату изнакс цела. И когда его спросят: что вас привело в новое поколение? Он не отдаст, все затвет из меня паунс. Я боюсь, что она расскажет вот эту историю. Байдос Кавенрейс таст еще стаст. Ну хотя, где наша не пропадала? То есть я понял, что es sapratu, желание помочь – это одно. Ka vēlme palīdzēt, tas ir viens. А вот способность помогать – spēja palīdzēt, tas, это совсем другое. Tas ir kas pavisam cits. И вот я хочу помочь моему городу. Es gribu savai pilsētai palīdzēt. Молодец, что есть желание. Молодец, ka tev ir vēlēšanās. Bet kā? Как, чтобы не сломать ничего? Lai neko nesalaust. И чтобы открыть все-таки. Un lai tomēr atvērt. И чтобы масло залить. Un lai eļļu ielietu. Здесь какие-то навыки нужны. Kaut kādas iemaņas ir vajadzīgas. Поэтому, уважаемые братья и сестры, Tāpēc, дорогие брали, уважаемая церковь, желать не вредно. Vēlēties nav kaitīgi. И мечтать не вредно. Un sapņot nav kaitīgi. А вот качество, навыки, Bet это намного важнее. Īpašības un Поэтому пусть Господь вас, вам даст
Не только желание. Un lai Dievs dod jums ne tikai vēlēšanos. Kamuta pomagat. Kādam palīdzēt. Но и пусть Господь даст нам способность. Un lai Dievs dod jums spēju. Осуществить это. Амен. Amen. Способность наша от Господа. Mūsu spējas ir no Dieva. Но это первое потрясение. Tas bija pirmais satricinājums. Второе потрясение. Вам интересно это, нет? Jums ir interesanti, ja? Ну, а второе потрясение это. Otrais satricinājums. Это почти культурный или религиозный шок. Tas ir gandrīz kultūras jeb reliģiozais šoks. Я сейчас готовлю проект Ковчег Завета к 25-летию. Uz 25 gadu jubileju es gatavoju. Это еврейская тема, естественно. Derības šķirs šo projektu, tā ir ebrejas tēma. И там нужны некоторые были консультации. Un tur bija vajadzīgas dažas konsultācijas. По еврейской культуре. Pa ebreju kultūras sakarā. Я познакомился с одним кантором, но это лидер прославления в синагоге. Un tad es iepazinos ar vienu slavēšanas vadītāju sinagogā. Vlad Šulman, jevrej. Tāds ebrejs. Znači, šo tako kašērnē, znači, tako nekašērnē, vopšom, speciālist. Viņš ir speciālists. Ja jums raskazal pro naš projekt. Es viņam pastāstīju par mūsu projektu. Ja rod Kavčēk Zavieta. Lūk, Derības šķirs un Jēzus Kristus. Eta dva veličaiših atkrovēnija pisānija. Tie ir divas lielākās atklāsmes rakstos. Vietkam Zavieti. Все зависело от ковчега завета. Vecajā derībā viss bija atkarīgs no derības šķirsta. То есть где был ковчег, там был Бог. Tur kur bija šķirsts, tur bija Dievs. А там где не было ковчега, там не было Бога. Tur kur nebija šķirsts, tur nebija Dieva. А в Новом Завете это Иисус Христос. Bet jaunajā derībā tas ir Jēzus Kristus. Там где есть Христос. Tur kur ir Kristus. Там есть Бог. Tur ir Dievs. Там где нет Христа. Tur kur nav Kristus. Там Бога нет. Tur nav Dieva. Ну и короче и так далее и тому подобное. Un tā tālāk. Через неделю. Pēc nedēļas. Приходит мой новый еврейский друг. Mans jaunais ebreju draugs atnāk. Jā, nu, i kā? Nu, un kā? Libretta, kā materiāli paznakomilis. Kā jūs ar to materiālu iepazināties? Un vēl, da. Jā. Paznakomils, jā. Iepazinos. O s kavčegam u mēs problēma net. Ar šķirstu man problēma nav. Jā, gribu, čiem vās problēmai? Bet ar ko jums ir problēmas? Un vēl, a vēl s Isusam? Bet ar Jēzu? Vēl, jēs problēmai. Ir problēmas. Znāti, vēl, kādā тебя ставят вообще с головы или с ног на голову. Это сыр так от его нолик, но мы настолько привыкли, что с Иисусом нет проблем. Мы сам пердышь, что Иисус нет проблем. Но так это у нас. Это сыр мумс. А у них наоборот. Bet viņiem ir otrādi. Я говорю, у вас проблемы с Иисусом? Я говорю, ir problēmas ar Jēzu. Ну видишь ли, господин Лидяев. Redzēt, Lidjāv kungs. Проблемы большие. Problēmas ir lielas. А какие, например? Kādas, piemēram? Он сидел, чесался, чесался, потом. Viņš sēdēja, kasējās tad. А зачем он столы начал в храме опрокидывать, а? Bet kāpēc viņš sāka galdus templī gast? Я говорю, как? Вертеп разбойников, ну что был? Kā, tāpēc ka laupītāja bedres. Не было там вертепа разбойников. Nebija laupītāja bedres. Он нарушил порядок. Viņš pārkāpa kārtību. Знаете, когда ты абсолютно убежден, что все, что Иисус сделал, это правильно. Kad tu esi pārliecināts, ka viss, ko Jēzus darīja, ir pareizi. А стоит теперь человек, который говорит: нет. Он тебе претим по голову сидит человек, который сказал: нет. Он нарушил порядок. Зачем он это сделал? Viņš pārkāpa šo nolikto kārtību, kāpēc viņš to darīja? Фарисеи – это, говорит, духовное управление народом, и с ним конфликтовать нельзя. Un farizei tie ir garīgā vadība tautai, un ar to konfliktēt nedrīkst. Я говорю, а если они косячат? А я ще водитель, я вини да издар клюдас. Тогда он говорит: Всевышний и без посредников с ними разберется. О, висаукстакаяс ари без стартнекем тикс гала. Знаете, я давно уже такого не переживал. А эстагад не бий пардзивой сен. Я говорю, ваш Аарон, пока Моисей был на горе, получал закон Божий. Взяли и золотого тельца сделали. Es teicu, а как Аарons, kamēr bija Mozes kalnā, paņēma zelta teļu uztaisīja. Он говорит, это не Арон сделал. Viņš saka, to Арons neuztaisīja. Это похлеще, чем капот Мерседеса. Tas ir grūtāk nekā Mercedes kapot. У меня вот этот капот чуть не открылся. Man šis kapots gandrīz atvērās. Когда тебе такие откровенные вещи говорят. Kad tev tādas atklātas lietas saka. Оказывается, это не Арон золотого тельца вылил. Izrādījās, Арons neizlēj šo zelta teļu. Говорю, а кто? Bet kurš tad? Это египтяне вышли вместе с евреями. Tie ir eģiptieši, kas iznāca kopā ar ebrejiem. Говорит, Аарон хотел спасти народ. Bet Аарons gribēja izglābt tautu. Я говорю, каким образом? Kādā veidā, es jautāju. Вы, говорит, наверное, заметили, что Аарон хотел из золота сделать этого тельца. Jūs pamanījāt, ka Аарons gribēja no zelta šo teļu. Я говорю, заметил. Es teicu, jā, pamanīju. Так Аарон думал, что золота не хватит.
Ārons cerēja, ka zeltas būs, zelts nepietiks. Если золота не хватит, тогда и тельца не будет. Un, ja nepietiks zelta, tad teļa arī nebūs. Я говорю, и... Un... Он говорит, блин, а золота хватило. Bet zelts pietika. При чем тут Аарон? Kur šeit ir Ārons? Знаете, это как скользкое мыло. Tas ir kā slidens ziepes. Эти евреи, это вот как... Вот уже до истины добрался, уже не взял. Все, нету. It kā tu līdz paņems rokā un šiks un izslīd. Es varu iedomāties, kā viņi kaitināja Jēzu. Un nedaudz arī mūsu. Я не разжигаю антисемитизм. Es antisemitismu neuzkurinu. Я просто понял, что наша религия самая лучшая. Es sapratu, ka mūsu reliģija pat labākā. Что Иисус Христос, Он правильно все делал. Ka Jēzus Kristus, Viņš pareizi visu darīja. Иисус про себя сказал, я есть путь, истина и жизнь. Jēzus teica, esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Amen. И еще Он говорит, что нет другого посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Starp Dievu un cilvēka, Jēzus Kristus. Я, знаете, Иисуса полюбил еще больше. Es Jēzu iemīlēju vēl vairāk. Господи, спасибо тебе. Tev, kungs. Что мы много не знаем, что такое Тора, что мы сколько знаем, золота там, Торас сколько там всего. Visāds. Но то, что знать Иисуса, bet Jēzu pazīt, это много стоит. Tas daudz так что, кто из вас знает Иисуса, kurš no jums zin Jēzu, благодарите день и ночь, что Он un является вашим спасителем. Dievs ir jūsu glābējs. Давайте прославим Его. Dosim slavu Viņam. Halleluja. Halleluja. Вот такие у меня были потрясения. Tādi man bija satricinājumi. Итак, буду проповедовать на тему дружить со временем. Un es sludināšu par tēmu draudzēties ar laiku. Время. Laiks. Это самое большое благословение. Tas ir pati lielākā svētība. Которое Бог доверил нам. Kuru Dievs ir mums uzticējis. И наше отношение ко времени, un mūsu attieksme pret laiku, это наше отношение к судьбе. Tā ir mūsu attieksme pret likteni. Потому что время диктует события. Jo laiks diktē notikumus. Псалмопевец молится так. Псалмос dziedātais lūdz. Научи нас исчислять дни. Māci mums skaitīt dienas, tā. Чтобы нам приобрести сердце мудрое. Iemantojam gudru sirdi. Время. Laiks. Имеет власть. Laikam ir vara. Время наполнено событиями. Laiks ir piepildīts ar notikumiem. Причём время un laiks диктует человеку. Diktē cilvēkam. Что делать в этот момент? Ko darīt šajā brīdī? А к чему готовиться завтра? Un kam gatavoties uz rītdienu? И блажен человек, un svētīgs ir cilvēks, который не ссорится со временем. Kurš nestrīdās ar laiku. Блажен человек, Svētīts ir cilvēks, который признает над собою власть. Kurš atzīst laiku varu par sevi. Потому что сам Господь Бог, jo pats Kungs Dievs, подчинен времени. Ir pakļauts laikam. И был вечер, и было утро, день первый. Un bija šī pirmā, bija vakars un bija pirmā diena. И Господь сотворил небо и землю. Un Dievs radīja debesis un zemi. И был вечер, и было утро, день пятый. Un bija vakars, un bija rīts, un bija piektā diena. У Бога все происходит во времени. Dievam viss notiek laikā. Бог подчинен времени. Dievs ir pakļauts laikam. Бог подчиняется. Dievs pakļaujas власти времени. Laika varai. Если мы не уважаем время, ja mēs necienam laiku, время будет не уважать нас. Arī laiks mūs necienīs. Если мы разбазариваем время, ja mēs nopļāpājam laiku, и не дорожим временем, un to nevērtējam, время нас разбазарит. Laiks mūs izšķirdēs. И выкинет нас на задворки. Un izmetīs mūs miskastē. Тот, кто чувствует время, tas, kurš izjūt laiku, он будет в эпицентре всех важнейших событий, viņš būs svarīgāko notikumu epicentrā, kas notiek šodien. Если человек конфликтует со временем, ja cilvēks konfliktē ar laiku, то время победит любого человека. Tad laiks uzvarēs jebkuru cilvēku. Amen. Amen. Итак, Ефесянам 5 глава, Efesiešiem 5. Nodaļa, 15. и 17. стих. 15. un 17. pāns. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Tad nu, raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri.
izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Итак, дорожить временем, vērtēt laiku. Это значит, как минимум знать его ценность. Tas ir kā minimums izprast laika vērtību. Я могу дорожить только тем. Es varu vērtēt tikai to, ценность чего я осознал до конца. Kā vērtību es apzinos līdz galam. Если я дорожу церковью. Ja draudzē es vērtēju. Только потому, что я знаю ценность церкви. Tikai tāpēc, ka es apzinos draudzes vērtīgumu. Что это драгоценность в глазах Божьих. Ka tas ir dārgums Dieva acīs. Я могу дорожить только тем, что для меня представляет ценность. Es varu augstu vērtēt tikai to, kas priekš manis kaut ko nozīmē. Здесь несколько мыслей. Šeit ir dažas domas. Первое. Pirmā. Итак, смотрите. Un tā skatieties. Запишите или запомните. Raugieties, jūs to varat pierakstīt. Во-первых, смотрите, а во-вторых, поступайте осторожно. Un pirmais ir skatieties, un otrais ir rīkojieties uzmanīgi. Мы должны быть внимательны к тому, mums что происходит вокруг нас. Uzmanīgiem pret to, kas notiek ap mums. Во-первых, смотрите. Pirmām kārtām skatieties. Куда идёт, куда ноги идут, по какой дороге? По каду целью кайс идёт. Девушки, смотрите, с какими парнями знакомитесь. Meitenes, skatieties, ar kādiem puišiem jūs iepazīstaties. Уважаемые вкладчики, смотрите, куда деньги вкладываете. Инвесторы, skatieties, kur jūs ieguldat naudu. И когда на улице кто-то вас останавливает, смотрите в глаза и слушайте сердцем, кто вам чего предлагает. Un kad uz ielas kāds jūs apstādina, tad skatieties acīs un sirdī klausieties, когда ko jums kāds piedāvā. Когда мы внимательно смотрим, тогда мы можем поступать осторожно. Kad mēs uzmanīgi skatāmies, mēs varam uzmanīgi rīkoties. Мы устроены совсем иначе. Mēs esam iekārtoti pavisam savādāk. Mēs sākumā что-то сделали. Mēs sākumā kaut ko izdarām. А потом смотрим. Un pēc tam skatāmies. Что я взял? Ko es paņēmu? Что я съел? Ko es apēdu? С кем я познакомился? Ar ko es iepazinos? Здесь Библия учит нас жизни. Bībele māca mums dzīvot. Смотрите. Skatieties. Куда идёте? Kur ejat? Смотрите, какой товар покупаете. Skatieties, kādas preces pērkat. Читайте и крупным, и мелким шрифтом. Lasiet. Gan lielajā drukā, gan smalkajā drukā. Когда подписываете какой-то контракт. Kad jūs parakstat kādu līgumu. Сколько среди нас обманутых людей. Cik mūsu vidū ir apmānīti cilvēki. Несчастных людей. Нелаймих cilvēki. Которые грызут ногти. Kas grauž kožu nagos. Потому что и на деньги попали. Jo naudas ziņā iekrituši. Gan dzīvokļus ir iekrituši. И оказались жертвами обмана. Un izrādījās melu upuri. Почему? Kāpēc? Потому что вот это слово. Jo tāpēc, ka šis vārds было нарушено. Tika pārkārts. Итак, номер один. Урок номер один. Pirmā stunda. Pirmā. Смотрите. Skatieties. Смотрите. Skatieties. Имеющие глаза. Kam ir acis. Смотрите. Skatieties. А не моргайте. Nevis mirkšķiniet. Смотрите, что вокруг происходит. Skatieties, kas apkārt notiek. Иисус однажды сказал. Jēzus vienreiz teica. У них есть глаза. Но они ничего не видят. Jēzus teica. У них есть уши, но они ничего не слышат. Viņiem ir ausis, bet viņi поэтому урок номер один. Tāpēc, Господи, помоги нам смотреть. Tāpēc mēs sakām, palīdzi mums skatīties. Чтобы видеть. Lai redzētu. Помните, как пророку Бог сказал? Kā правиешим Dievs teica? Сын человеческий. Что ты видишь, сын человеческий? Ko tu redzi, cilvēka dēls? Ничего не вижу. Neko neredzu. Господь, открой мне глаза. Kungs, atver man acis. Чтобы я мог видеть. Lai es varētu redzēt. Мы должны видеть, какая эпоха на дворе. Mums ir jāredz, kāds laiks ir mūsu, laikmets ir mūsu сетā. Мы должны видеть чудеса Божьи. Mums ir jāredz Dieva brīnumi. И мы должны видеть дела дьявола. Mums ir jāredz velna darbi. Мы должны видеть разницу. Mums ir jāredz starpība. Чем дар Божий от яичницы отличается. Мы должны видеть. Mums ir jāredz dela dьявола. Velna darbi. И мы должны видеть планы Божьи. Un mums jāredz Dieva plāni. Потому что когда я вижу, jo tad, kad es redzu, я поступаю осторожно. Es rīkojos uzmanīgi. Amen. Amen. Второе. Otrais. Поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые. Un jūs rīkojieties nevis kā negudri, bet kā gudri. Дорожа временем. Измантует лайку. Потому что дни лукавы. Jo šīs dienas ir ļaunas. 16 стих говорит о том, что временем
надо ценить. Un 16. Pants runā par to, ka laiks ir jāvērtē. Neatkladывай на завтра. Un nekad neatliec uz rītdienu. То, что ты можешь сделать сегодня. То, ko tu šodien vari izdarīt. Вы знаете, так даже мудрые говорят. Tāpat gudri saka. Что есть люди, которые первую свою половину жизни тратят на то, чтобы сделать несчастной её вторую половину. Ir cilvēki, kas tērē savas dzīves pirmo daļu, lai padarītu nelaimīgu savas dzīves otro daļu. Гуляем, развлекаемся, транжирим, а вторую половину жизни на лекарства, на врачей и так далее. Otrā dzīves puse tas ir medicīnas dažādas zāles un ārsti. Как в Америке говорят: pay now, play later. Или play now, pay later. Amerikā saka: spēlē tagad un maksā pēc tam. Или максай в начале? Vai maksā sākumā? А играй потом. Un pēc или tam играй сейчас. Vai nu spēlē tagad? А потом до гроба максать будешь. Un pēc tam līdz kapam maksāt. Мы должны с вами понимать. Mums ir jāsaprot. Что за всё нужно платить. Ka par visu ir jāmaksā. Я смотрю сейчас на молодёжь. Es skatos uz jauniešiem. Этих людей называют ботаниками, очкариками, которые сидят, учат, получают образование. Brīļacainie. А молодёжь считает, что круто это по клубам гулять, un jaunieši domā, ka spici ir būt klubos un tā izklaidēties. А потом пройдёт немного времени. Nedaudz laika. И вот эти очкарики, ботаники, un šie brīļainie ботаники, kuri ieguva izglītību. Они будут в белых рубашечках. Viņi būs baltos krakos. Viņiem būs офисы. Где-нибудь в даунтауне. А к ним на работу будут проситься. Те, которые вчера считали, что они золотая молодёжь. Gribēs strādāt tie, kurus domāju, ka viņi ir spicāki. Это значит vērtēt laiku, tas nozīmē осуществить то, что это время диктует. Piepildīt to, ko šis laiks diktē. Мудрость жизни. Подружиться со временем. Ir sadraudzēties ar laiku. Всему своё время. Visam savs laiks. Время быть ребёнком. Ir laiks būt bērnam. Потом время уже ходить. Pēc tam ir laiks staigāt. А потом время в школу идти. Pēc tam laiks iet skolā. Потом время получать образование. Laiks iegūt izglītību. Если мы не слышим времени. Ja mēs nedzirdam если laiku. Если мы запаздываем по времени. Ja mēs kavējamies если laikā. Если мы конфликтуем со временем. Ja mēs konfliktējam ar laiku. Время будет работать против нас. Laiks darbosies pret mums. Вы знаете, две категории людей есть. Divas cilvēku kategorijas ir. Это люди. Tie ir cilvēki. Благословенные. Svētīgi. На которых время работает. Kuru labā laiks strādā. Ты посеял. Tu iesēji. И время работает на тебя. Un laiks strādā tavā labā. Потому что семя, оно возрастает. Jo šī sēklas auga. И придет урожай. Un nāks pļauja. А когда ты сделал зло. Kad tu esi darījis ļaunumu. То время работает против тебя. Tad laiks darbojas pret tevi. Самое страшное. Pats trakākais. Когда время работает против тебя. Kad laiks ir pret tevi. Давайте откроем это... Ecclesiastes 3:18. Ecetiāla grāmata 3. Ecclesiastes 3:18. Salmons mācītājs, 3. nodaļa 8. Целая глава посвящена этому важнейшему ресурсу нашей жизни времени. Весела нодаļa ir šeit. Я получил приглашение приехать в Энсмус в субботу. Veltīt laikam. Конечно, можно было остаться дома, найти предлог. Varēja palikt mājās un atrast какие-то отговорки. Но я абсолютно убеждён, что когда ты внутри, на интуитивном уровне, чувствуешь веление времени, стук времени, власть времени, laika varu, не пропускай такие шансы. Nelaid garām tādas iespējas. Не пропускай шансы. Потому что время вознаградит тех, кто слушает и подчиняется времени. Jo laiks apbalvos tos, kas klausās un pakļaujās tam. Ecclesiastes 3. Trešā nodaļa, Salmons mācītājs. Давай выпьем. За время. Итак, всему своё время. Un tā, visam ir savs laiks. Время всякой вещи под небом. Ir katrai lietai savs nolikts laiks. Время рождаться. Laiks ir piedzimt. И время умирать. Savs laiks mirt. Время насаждать. Savs laiks dēstīt. И время вырывать посаж. Un savs laiks dēstīt atkal izraut. Время убивать. Savs laiks kādu nogalināt. Страшное время. И время врачевать. Un kādu laiks kādu dziedināt. Время разрушать. Savs laiks ko noplēst. И время строить. Un savs laiks ko uzcelt. Время плакать. Savs laiks raudāt. И время смеяться. Un savs laiks smieties.
Время сетовать. Savs laiks sērot. И время плясать. Un savs laiks diet. И главное не перепутать. Galvenais nesajaukt. Что когда надо плакать, не надо плясать. Kad jārau, tad nevajag dejot. А когда надо плясать, bet kad vajag dejot, не надо плакать. Nevajag raudāt. Вы понимаете, время это такой спектр. Laiks, tas ir tāds спектр. Мы должны быть настолько чувствительны. Mums tik jūtīgiem jābūt. Что сейчас делать? Ko строить? Tagad darīt? Или разрушать. Vai noārdīt. На Украине творится беспредел. Ukrainā notiek vispār šausmas. Время готовит людей. Laiks gatavo cilvēku. Время мира и время войне. Laika miers un karam laiks. Во время войны время диктует принципы военного времени. Un kara laikā laiks diktē kara laika notikumu noteikumus. Если мир, ja то miers, там законы мирного времени. Tad tur ir miera laika noteikumi. Мы духовные люди. Mēs esam garīgi cilvēki. Мы живем в Латвии. Mēs dzīvojam Latvijā. И мы должны знать и просить Бога: Бог, скажи, какое время сегодня в Латвии? Un mums ir jāprasa Dievu un jāsaprot, kāds laiks šodien ir Latvijā. Что мы должны сегодня разрушать? Mums šodien ir kaut kas jānoārda. Родословное проклятие или строить царство Божие? Baudžu lāsti vai celt Dievu valstību? Было время, когда мы разделялись. И был лайк, когда мы сдалиямся. И говорили: уходите из мёртвых церквей. Он тейсам: эй, отпром но мирушам драудзаем. Прошло 25 лет. Пока 25 годы. Может быть, пришло время объединяться. Варбут ир пинац лайкс апвенос. Для того, чтобы выиграть. Лай и винет. Сезон поменялся. Сезона майнас. И должны условия меняться. Он нотейкумем ямайнас. Если зима, я зима, то время зимнее диктует условия зимние. Тот зимас лайка ир ziemas noteikumi. Это тепло. Tas ir siltums. Это одежда. Tas ir drēbes. Лето сейчас. Tagad ir vasara. Время летнее диктует условия летние. Vasaras laiks diktē vasaras noteikumi. Поверьте, что кроме от климатических сезонов. Ticiet, ka bez климатическим политические сезоны. Ir politiskās sezonas. Было время первой латвийской партии. Это были Latvijas партия священников. Pirmās, Latvijas pirmās partijas можно laiks. Было критиковать и говорить, партия. Ну что они сделали? Много сделали. Un teikt, ko viņi izdarīja, viņi daudz izdarīja. Как минимум поправка конституции это дорогого стоит. Un kā minimums ir šīs nostiprinājumi Latvijas Современная ЛГБТ пытается поменять, но поменять конституцию легче, чем поправки к закону. Поэтому всему свое время. Visam savs laiks. И вот сегодня, друзья, мы не должны быть слепыми, mums, мы не должны быть глухими, ахлы, мы должны услышать от Бога слово, сказать: Господь, mums какой сезон, Dieva, что vārds, делать, обниматься или уклоняться от объятий, уединяться или соединяться, отдалиться или соединиться, собирать манатки, как все остальные 300 тысяч латышей, и уехать куда-нибудь в Европу, или все-таки остаться Samākt здесь, но что делать 300 тысяч латвейш aizbraukt uz Eiropu vai palikt šeit? Время, какое время? Laiks, kāds laiks? Что делать сейчас? Ko tagad darīt? А поверьте, у Бога есть план для современного времени, для Латвии, для Вентспилса, для Риги Dievam и для всей Прибалтики. Laikam šeit Vēnspils, Нам Latvija, нужно Latvija, знать, какое откровение jāzina, на сегодняшний день atklāsme, является актуальнейшим. Kura atklāsme šodien ir pati aktuālākā? Человек, который знает время, он будет руководителем этой эпохи. Un cilvēks, kurš zina šo laiku, viņš būs šīs laika laikmetā vadītājs. Вы помните там Иосиф? Atcerieties Jāzepu. Он был раб. Viņš bija vergs. Он был в заключении, в тюрьме. Cietumā. А в это время фараону приснился какой-то страшный сон. Фараонам сапнис парадиясь. Страшный сон приснился. Бресмик сапнис. Такой сон, что он чуть не в психбольницу не попал. Тат сапнис, как он из тракомая еклю. Снится ему такое страшное явление. В нем рада остаться, редзаем стать. Семь толстых коров, как ваши венспилские вот здесь. Септинс раз нас голову скажем, что это венспилы. Пасутся на берегу. Ганас, краста. И вдруг Un из воды no ūdens, выходит семь анорексиков. Anorexijas gulas. Как написано там, семь тощих-тощих коров дурные видом. Ļoti tievas ну, сплошная анорексия. Pilnīga anoreksija. И что интересно, Un interesanti, эти тощие коровы šīs, resnās gulas, набрасываются на венспилских коров, толстых. Šīs tievās govis metās virsū resnajiem govīm.
и начинают их сжирать. Un sāk viņus vienkārši ēst. Как ты думаешь, если бы ты это увидел во сне? Ja tu to sapnī redzētu. Досмотрел бы ты это кино до конца? Ты что, кино скатилось лиц галам? Мне сначала бы показалось, что это ЛГБТ коровы, хотя, а потом, когда анорексики съели вот этих тучных коров, там, конечно, тема другая была уже. Kad šīs govas tievās apēda barotās govas, tad ну, короче, этот cita. Сон фараон увидел и говорит, šo sapni faraons redzēja, kaut kas notiks. Вы знаете, Бог никогда на земле ничего не творит, Dievs пока nekad... своим пророкам, своим людям Dievs neko nedara šīs zemes, не открывает будущее. Kamēr viņš saviem cilvēkiem, praviešiem to neatver. Бог не хочет, чтобы эти ситуации застали нас врасплох. Viņš negrib, lai šīs situācijas mūs pārsteidz nesagatavotas. Ждали изобилие. Помните, как кредиты мы брали, а? Atcerieties, kā kredīts ņēmām. У нас тоже были 7 лет богатības. Жирных лет, как все говорят. Жирные трекные годы. Сдуру набрали кредитов. Ņēmu kredīt. Я не хочу задавать вопрос, кто из вас Es negribu uzdot jautājumu. Набрал кредитов. Kurš ir saņēmis kredītu? Я думаю, Господи, до сих пор многие расхлёбываются. Un joprojām daudz. И мы думали, что эти жирные годы будут ещё лет 100 подряд. Un mēs domājam, ka vēl kādu 100 gadi tādi būs. Своё время. Visam ir savs laiks. У меня, знаете, вот был, у меня друг Man draugs был в Киеве. Bija Kijevā. Это мэр Киева Черновецкий. Tas ir Kijevas mērs Černoveckis. Ну, в общем, у него был банк. Viņam bija banka. Вы знаете, что такое вот понимание времени? Что такое развитая интуиция? Что такое вот предвидение? Paredzēt. Накануне всех потрясений, которые вот в Киеве происходят. Tagad visu šo Он продает priekšukara. Этот банк. Viņš pārdod šo banku. Когда все шло вверх. Kad viss gāja uz augšu. Когда вот так вот все цены, все Visas супер. Cenas, viss. Он продает, ему говорит, зачем ты это делаешь? Viņš Можно еще банк. Навариться. Он говорит, viņš teica, я чувствую, viņš teica, что kāpēc tu to dari? Viņš время. Teica, es jūtu, laiks я чувствую, ir. Что пришло время. Es jūtu, ka ir laiks. Он только продал. Viņš tikko pārdeva. И понеслась душа в рай. Начались майданы Sākās и все остальное. Un viss pārējais. Скажите, от чего это зависит? Да? Sakiet, no kā tas ir atkarīgs? То ли от того, что они евреи, vai... только, то ли от того, что нужно чувствовать время. Vai tas, ka viņi ir ebreji, vai tas, ka viņi ir jāsaprot laiks? Kā в казино играют, играют, kā казино выигрывают. Spēlē, spēlē. Выиграл, забрал, уйди. Vinēj savā cunēji. Nē. Я буду выигрывать es vēl до tiek пор, пока все не проиграю. Līdz tam laikam, kamēr viss вот nezaudēs. Как это устроена сущность человека? Kā šī cilvēka būtība ir veidota? А нам нужно учиться не только слышать свою логику ne и свою жадность. Ne tikai dzirdēt mūsu loģiku un savu... А мы должны слышать где-то вот, вот что-то изнутри. Alkatību. Интуиция, Дух Святой. Būt интуиция Просто человеческая даром. Интуиция говорит Cilvēcīgā вовремя. Laikā. Как У нас говорят, вовремя надо уйти со сцены. Laikā, я постараюсь вовремя уйти со сцены, как кто-то говорил, Озоленкевич, по-моему. Блаженны коротко говорящие, ибо они вновь приглашены будут. Святые ir tie, kas īsi runā, jo viņas atkal uzaicinās. Так вот, всему свое время. И Иосиф, слушайте, Иосиф, который был в тюрьме, Jāzeps, kurš bija cietumā, Когда он сидел, там был друг его. Bija, kad viņš sēdēja, bija и когда он draugs. Выходил, он говорит, вспомни обо мне, когда тебе хорошо. Viņš gāja ārā, viņš teica, ka tu būsi, tev labi klāsies, atceries par mani. Но он забыл. Bet viņš aizmirs. А потом, когда фараон этот страшный сон увидел, kad faraons redzēja šo он собрал весь свой совет, комитет, политбюро и говорит, ребята, viņš savāc visus savus padomniekus un saka, кто-нибудь мне может истолковать этот сон? Vai kāds var iztulkot man šo sapni? Ну, коровы же не едят коров. Bet govis taču neēd govis. Ну, я же не обкурился перед Es taču neesmu sapīpējies. Сном. Pirms govis. Расскажите, откуда это все? Pastāstiet, no kurienes tas viss. И тогда этот парень смотрит, слушай, un viņš sāka klausīt у нас там в зоне был такой экстрасенс, Mums который в зоне был такой экстрасенс. Все сны истолковывал. Visas sapņus iztulkoja. А как его зовут? А как его зовут? Jāzep. Jāzeps. Jāzep. Jāzep kun, короче. Jāzep Давайте kungs. Его оттуда вытащим из тюрьмы. Izvelciet viņu no cietuma. Вы знаете, если ты знаешь время и чувствуешь время, ja тебя zini, из тюрьмы фараон вытащит. Tev no cietuma faraons izvilks. Потому что политики сегодня хотят знать, что будет завтра. Jo politiķi grib zināt, kas būs rīt. Священники должны знать, что будет завтра. Priesteriem jāzina, Бизнесмены должны знать, что завтра. Война будет, вкладывать или не вкладывать. Бизнесменам jāzina, kas rīt būs ieguldīt И тот, vai neieguldīt. Знает время, un kas zina laiku, он будет в эпицентре важнейших событий последнего времени.
epicentrā. Почему я об этом говорю? Я не могу знать всё. Я хочу это знать. Es gribu to zināt. Я хочу, чтобы Бог дал мне это обострённое чувство. Es gribu, lai Dievs dod man šo sajūtu, nevis kā akli kaķēni. Как вот эти израильтяне не узнали времени посещения. Kā izraelieši, kas neatpazina šo piepildīšanas laiku. Piesita Jēzus krustā. И всё. Всё осталось тартарары. Просто разрушили Иерусалим. Izārdīja, nojauc Jeruzalemi. Поэтому молитва моя, Боже, помоги нам чувствовать время. Tāpēc es lūdzu, Dievs, palīdz mums izjust šo laiku. Короче, вызвали Язепа. Izsauc Jāzepu. Он причесался, давно не ходил. Viņš sakārtoja matus. К фараону. Daudz nebija gājis pie faraona. Ну, слушаю вас. Klausos jūs. Вот это настоящая битва экстрасенсов. Tas ir ekstrasensu cīņas. Мы должны быть круче, чем экстрасенсы. Mums jābūt Ну что, у нас Дух Святой. Ja mums ir svētais gars. У кого-то из них дьявол, бесы, а у нас kādam no viņiem ir vēls Дух Святой un должен говорить нам. Bet svētajam Ребята, garam надо вернуться к Духу Святому. Mums jāgriežas pie Надо вернуться к Богу, сказать, Бог, открой наши глаза, чтобы мы видели не только вот перед носом своим, чтобы мы видели завтрашний день. Lai mēs redzētu rītdienu. И пришел вот Иосиф. Un atnāca Jāzeps. Слушаю вас. Klausos jūs. Ну садись. Sēdies. Слушай, что мне снилось? Klausies, man tāds sapnis bija kauns stāstīt. Anoreksiki pabedili. Anoreksiki uzvarēja. Расскажи, пожалуйста, что за тема? Kas par tēmu? Что за каннибализм крови, а? Kas par govju kanibalismu? Почему это происходит? Kāpēc tas notiek? Jāzep paslūšal. Jāzeps paklausījās. И Дух Святой ему открыл. Un Svētais Gars viņam atklāja. Что открыл? Ko atklāja? Всему своё время. Visam ir savs laiks. Бог ему открыл будущее на 14 лет. Dievs viņam atklāja nākotni uz 14 gadiem. Слышите? Dzirdat? Не просто, что будет на следующей неделе. Nevis, kas būs nākamnedēļ. Дух Святой ему открыл, что будет в этой стране. Kas būs, Dievs Svētais Gars atklāja, kas šajā valstī notiks. 14 лет вперёд. 14 gadus uz priekšu. Вот за кем охотятся сегодня президенты. Lūk, kāds cilvēks вот за кем охотятся сегодня миллиардеры. Миллиардеры. Вот за кем охотятся сегодня современные фараоны. Лūk, kāds cilvēks medī mūsdienu faraonu. Tāds, kas zina nākotni. Будет обладать властью. Tam būs arī vara. И он говорит: "Послушай". Un viņš saka: "Klausies". Семь тучных коров. Septiņas resnās govs. Это семь лет изобилия. Tie ir septiņi pārpilnības gadi. Урожаи будут выше крыши. Ražas būs vairāk pār pa jumtam. Всё это закончится. Un pēc septiņiem gadiem tas viss beigsies. И начнутся годы голода. Un sāksies bada gadi. Семь лет бедствий будет. Septiņi gadi būs bēdas. И за эти семь лет голода Un šajos septiņos bada gados все запасы Они будут исчерпаны. Šīs rezerves tiks izsmeltas. И что дальше? Un ko tālāk? Фараон бы мог сказать. Фараонs varēja teikt, ну... Мне не нравится, что ты рассказываешь. Man nepatīk tas, ko tu stāsti. Но фараон был духовный. Bet фараонs bija garīgs. И он говорит, слушай. Viņš teica, klausies. А что тогда делать? Ko tad darīt? Я возвращаюсь к первой мысли. Un es atgriežos pie pirmās domas. Мы должны иметь не только желание. Mums ir jābūt ne tikai vēlmei. Помочь стране. Palīdzēt valstī. Но мы должны еще иметь мудрость. Mums ir jābūt gudrībā. Как это осуществить? Kā to piepildīt? И фараон спрашивает, а как это сделать? Bet фараонs prasīja, kā to izdarīt? И Иосиф говорит. Jāzeps saka. Ну, в жирные годы. Ну, трекнуюс годов. По 25%. 25%. От каждого урожая. No katras ražas. Будем собирать. Savāksim. Будем собирать. Savāksim. Мудрые. Слышите? Gudrie. Там написано, что дорожите временем, поступать мы должны как мудрые, познавая волю Божью. Vērtējiet laiku un rīkojieties kā gudri, nevis kā negudri. Мудрость запасать. Мудрые люди iekrāt. Имеют запас. Gudrajiem ir rezervas. Мудрые девы, они масло запасали. Gudrām sievām šīm līgavām bija rezervas eļļa vēl. Был мудрый, потому что Господь ему сказал, Jāzeps надо запасать. Jo Dievs viņam teica, vajag taupīt. Когда ты знаешь время, kad tu zini laiku, izrādās, ты будешь знать не только, что будет происходить, tu zinās ne tikai, kas notiks, но и как поступать
Вот в это время. Bet tu zinās arī, kā rīkoties šajā laikā. И фараон понял. Un faraons saprata, что ни одного министра у него нет такого, ka neviens ministrs nav tāds kā Jāzeps. Он снял перстень. Viņš noņēma šo gredzenu. Одел ему. Uzvilka viņam. И сказал: "Ты будешь вторым". Tu būsi otrais. После меня. Pēc manis. Ты будешь все сокровища Египта. Tu visas Ēģiptes dārgumus. Они будут в твоих руках. Tie būs tavās rokās. Мы помните, говорим ли часто богатство нечестивых? Mēs sakām, ka bagāto mantība tiem, kas ir Какой мантиба? Богатство олигархов. Олигарху, да. богатеюсь. Перейдет к праведникам. Накс пе тайсные. А когда? Bet kad? Если праведники Ja taisnie, будут знать время. Ja taisnie zinās laiku. И представляете, богатство всего Египта. Visas Ēģiptes bagātības. Перешло в руки. Nonāca. Иосифа. Jāzepa rokās. Вы что думаете, Господь не хочет сегодня? Думаю, Dievs negrib šodien. Поднимать таких людей. Pacelt šādus cilvēkus. Хочет. Viņš vēlās. Бог желает. Dievs vēlās, чтобы среди народа Божьего lai tavu, Dievu tautas vidū, были люди, у которых открытые глаза. Kuriem ir atvērtas acis. Вы понимаете? Время плакать, время смеяться. Laiks raudāt, laiks smieties. Время изобилия. Pārpilnības laiks. И время голода. Un bada laiks. Блажен человек. Svētīgs cilvēks. Которого вразумляешь ты, Господи. Kuram gudrību dod tu, Kungs. Чтобы дать ему покой в бедственные дни. Lai dotu viņam mieru bēdu laikā. Когда Мардахей подсказал Есфире, teica Esterei, ты должна приготовиться. Tev ir jāsagatavojas. Скинь пару килограмм. Nomet pāris kilogramus. Научись ходить. Iemācies staigāt. Она ему говорила: "Мы же верующие". Viņa teica: "Mēs taču esam ticīgie". А шоу-бизнес там грешники. Шоу-бизнес tur ir grēcinieki. Тогда Мардахей говорит: "Девочка, вот туда и пойдёшь". Un Mardahejs teica: "Meitenīt tur par iesi". Нашли стилиста. Atrada визажиста. Нашли всё, что надо. Atrada visu, ko vajag. Эта девочка наша из нашего народа. Un mūsu tautas. Вышла на подиум. Iznāca uz podiuma. И на фоне всех остальных этих холодных русалок красавиц. Царь на нее обратил внимание. Augsto nāriņas, augsto skaistu, Всему ļoti свое время. Пропустила laiku. Бы время Есфирь, Ester не стала бы она царицей. Вы понимаете, да? Laiku, garām, viņi nebūtu ķēniņieni, jūs saprotat? Когда Господь предлагает Kad Dievs piedāvā, какой-то шанс, kaut kādu это iespēju, означает время диктует события и пропускать это. Мы просто не имеем права. Laiks diktē noteikums, mums nav tiesību to izlaist. Мы иногда находимся где-то где-то сзади всего развития только потому, Mēs что шансы, подаренные нам Богом, kaut мы просто пропустили. Visas izaugsmes aizmugurē, jo tās iespējas, ko Dievs dev, mēs nepieņemam. Хорошо, что Мардахей настоял. Labi, ka Mardahejs uzstāja. Чтобы она участвовала в конкурсе красоты. Lai viņa piedalītos skaistuma konkursā. Где она победила. Kur viņa uzvarēja. Был ли бы второй такой конкурс красоты. Vai būtu bijis tāds otrs konkurss? Сказать трудно. Grūti spriest. Всему свое время. Visam ir savs laiks. Стала королевой. Kļuva par ķēniņieni. Царица. Ķēniņiene. Знаете, как люди портятся, когда мы говорим о христианском правительстве? Cilvēki bojas, kad mēs runājam par kristīgu valdību. Да не всем подряд туда можно идти. Visiem tur nedrīkst pēc kārtas iet. Не всем. Ne visi drīkst tur iet. Многие люди испортятся за один сезон. Daudz cilvēku sabojāsies vienas sezonas laikā. Когда большие деньги? Kad liela nauda. Когда большая власть? Kad liela vara. И когда большая свобода? Un kad ir liela brīvība. Вы знаете, не всем дано с этим справиться. Ne visiem ir dots ar to tikt galā. Даже такая, как Есфирь. Pat tāda, kā Estere. Когда Мардахей услышал, kad Mordahejs что dzirdēja, время мира закончилось, ka miera laiks ir beidzies, и наступает время войны, un stāk sākas kara laiks, потому что злобный Аман, jo šis ļaunais Amans, Hamans, решил не только Мардахея уничтожить, ne tikai Mordahaju iznīcināt, Он просто говорит: "Давай подпишем закон". Viņš vienkārši teica: "Parakstīsim likumu". Чтобы уничтожить всех евреев. Lai iznīcināt visus ebrejus. Понимаете, блажен человек, который слышит это время, что это не просто время веселиться. Ka nevis vienkārši laiks priecāties. А что это время? Kad tas ir grozное. Draudīgs. И это время диктует совсем другие обстоятельства. Un šis laiks diktē pavisam citi apstākļi. Айвар, иди сюда, время. Время твое пришло, иди. Давайте поаплодируем, пастор Айвар. Айвар, нац, тавс лайкс.
Давай, ты вовремя приехал, самый главный момент. Tu laikā esi atbraucis pašā labākajā brīdī. И вот смотрите. Un skatieties. Закон подписан. Likums parakstīts. Что евреев будут уничтожать. Ka ebrejus iznīcinās. Это трагедия. Tā ir traģēdija. Я где-то позавчера встречался с одним армянским другом моим. Es ar vienu armēņu draugu pāris dienas atpakaļ tikos. И он вспоминал, как турки вырезали армян. Un viņš atcerējās, kā Turki iznīcināja armēņus. 3,5 miljoni. Mobilizovali v armiju, armian, mužin. Armēņu vīrieši paņēma armijā. I kad viņi bija kazarmach. Un kad viņi bija kazarmās. Dali prikaz. Deva rīkojumu. I vyrezali. Pavēla un visus nogalināja. Prosto, pavaļna. Vienkārši Bog govoril o tom, što budet rizņa. Dievs teica, ka būs šī iznīcināšana. Kto to uslyšal. Kāds sadzirdēja. I vovremia ušel. Un laicīgi aizgāja. Кто-то нет. Kāds nē. Jo takую резню. Un tādu nokaušanu. Аман, злобный Аман, запланировал на государственном уровне. Хаманс bija sagatavojis valsts līmenī. Ночь длинных ножей. Kā garo nažu nakts. В Германии, где вырезали евреев. Kur Vācijā, kad ebrejus nogalināja. Вы знаете, Бог не хочет, чтобы мы были как слепые котята. Viņš negrib, Dievs negrib, lai mēs būtu kā slepi котята. Dievs grib dot gudrību. Показывать будущее. Viņš grib parādīt nākotni. И блаженный Мардахей. Он святый Мардахей. Он услышал об этом. Viņš to dzirdēja. Он собрал народ и сказал: "Время поменялось". Viņš sabrāca tautu un viņš teica: "Laiks ir mainījies". Не время танцевать. Nav laiks dejot. Время плакать. Laiks ir raudāt. Перед лицом Божьим. Dievu vajag priekšā. Не время пиры устраивать. Nav laika tagad taisīt svinības. А время пост назначить. Bet laiks ir izsludināt gavēni. Потому что над нашей головой. Ja virs mūsu galvām. Нависла угроза. Ir šie draudi. Он вышел на площадь. Viņš izgāja uz laukumu. Отдел рубище, акция протеста. Protesta akcija. Viņš uzvilk šo такого закона. Pret tādu likumu. И он послал телеграмму. Un aizsūtīja telegramu. Есфири. Эстерей. Говорит, Есфири. Эстере. Тяжёлое время для нас наступило. Смакс лайкс мус ir pienācis. Она ему. Viņa, viņam. О чём ты заботишься? Ко ты раизаешь? О чём ты проблемы какие-то строишь? Ко ты тут на тебе костюм от Dolce & Gabbana и сними вот это вот лохмотье, которое на тебе. Dolce & Gabbana uzvalku un novilc to savu maisu drēbes. Она не слышала времени. Viņa nedzirdēja par laiku. Система может испортить. Система var sabojāt. Изобилие может испортить. Pārpilnība var sabojāt. И глаза могут уже не видеть. Un и ausis vairs var neredzēt. Un ausis vairs nedzirdēt. И тогда Мардахей. Un tad Мардахейs. Отрезвил её. И сказал. Apskaidroja viņu un teica. Девочка, послушай меня. Meitenīte, paklausies mani. Ты что, забыла, зачем тебя Бог поставил туда? Vai tu esi aizmirsusi, kāpēc Dievs tevi tur iecēla? Не для этого ли времени Бог тебя поставил туда, чтобы защитить народ Божий? Vai ne tam laikam, ne šim laikam Dievs tevi ir iecēlis tur, lai aizstāvētu Dievu tautu? Он разбудил ее. Viņš viņu uzmodināja. Что такое пробуждение? Kas ir пробуждение это не просто, когда люди пришли и покаялись. Atmoda nav tikai, kad cilvēki atnāk un nožēlo grēkus. Пробуждение atmoda. Это когда мой дух проснулся. Kad tavs gars atmožās. Я увидел. Un es ieraudzīju. Смотрите. Skatieties. Смотрите, что происходит. Skatieties, kas это время войны tas или время laiks, мира? Вы видите это или нет? Jūs redzat to vai nē? И когда я это вижу, un kad es to redzu, я начинаю поступать. Es sāku rīkoties. Действовать начинаю. Darboties соответственно этому времени. Šim laikam. И он говорит: "Слушай, Есфирь". Un viņš teica: "Ester, klausies". Если ты промолчишь. Ja tu stāvēsi klusu. Спасение придёт с другой стороны. Главшим нокс на цитуриенс. Наш Бог великий Бог. Mūsu Dievs ir varens Dievs. Вы умолкните, камни возопьют. Jūs tā cietīsiet klusi akmeņi. Не с севера, так с юга придёт помощь. Ja ne no ziemeļiem, tad no dienvidiem atnāks palīdzība. Но если ты не поможешь, bet, ja ты не услышишь, un tu nedzirdēsi, ты погибнешь. Tu ies bojā. И дом отца твоего погибнет. Друзья, вот что такое вера. Lūkas не просто слепо ходить в церковь. Nevis vienkārši akli staigāt, не просто петь песни. Ne tikai не просто какие-то лекции друг другу читать. Nevis tikai lekcijas lasīt чувствовать друг другу. Время. Sajust šo laiku. Это тяжкое бремя. Tas ir smags laiks. Которое Бог поручил нам. Kur Dievs ir mums uzticējis. Katram no mums. И в зависимости от времени. Un atkarībā no laika. Которое диктовало события. Kurš diktēja notikumus. Программа у Мардахея и программа у Свири поменялась. Мордехай и Эстер программа менялась. И он сказал: "Иди к царю".
Viņš teica, ej pie ķēniņa. И расскажи об этом. Un pastāsti to. Но царь же не приглашал меня. Ķēniņš taču neaicināja. Я могу погибнуть. Es varu iet bojā. Ты не погибнешь. Tu neies bojā. Потому что мы 3 дня будем поститься и молиться. Jo mēs 3 dienas gavēsim. Вот что такое бодрствовать. Lūd, kas ko nozīmē būt nomodā. Всему свое время. Visam ir savs laiks. И спасение. Un glābšana. Всего израильского народа. Visas Izraēla tautas. Зависело от грамотных. Bija atkarīgi no izglītotiem. Скоординированных действий. И Мардахе. Гудрам координатам дарбитам. И Свири. Координаю Эстере и Мардахе. Такое впечатление сейчас, друзья, как будто в Латвии. Tāds iespējas ir, ka Latvijā šobrīd. Затишье. Ir tāds, tā kā, и кажется, klusums. Что вот это как болото такое вот, политическое ir, болото. Ir tāds purvs. Духовное болото. Политическое горе. Оно будет дальше. Оно не может так долго продолжаться. Tas nevar tā ilgi turpināties. Мы должны от Бога получить какое-то знание. Mums no Dieva jāsaņem zināšanas, kas mums rīt sagaida. Когда я с украинскими пасторами разговариваю, беру интервью. Когда я с украинскими мацитаем runāju. Ребята, а вы предполагали? Bet vai jūs to paredzējāt? Год назад. Году отпокали. Что произойдёт то, что сейчас происходит? Когда вот экстаз, как сегодня notiek. Знаете, что я чувствую? Знает кое сил. Не. Это как будто врасплох. Das ir kā nesagatavots pārsteigts. А ведь Бог кому-то хочет сказать. Dievs ведь Господь хочет кому-то кого-то вразумить и сказать: "Ребята, готовьтесь". Время поменяется. Likes эпоха поменяется, сезон поменяется. Сезон а minus. Я хочу вас приготовить, чтобы во время бедствия вы были защищены. Что во время бедствия были защищены. Помните? Господь aizsargāt. Увидел, как растлился мир. Dievs redzēja, kā pasaule всякая плоть извратила путь свой. Un visa, katra miesa savu ceļu bija sabojājusi. И Господь увидел Ноя. Un Dievs redzēja Noasu. И сказал, Ной? Un teica, Nos, время поменялось. Laiks ir mainījies. Я уничтожу этот мир. Es šo pasauli iznīcināšu. А тебя? Bet tevi? Я хочу спасти. Es gribu izglābt. Построй ковчег. Uzcel šķirstu. Понимаете, Бог всё равно говорил, говорит. Dievs runāja, и дальше будет говорить. Un turpinās runāt. А чтобы ты не погиб? Bet lai tu neiet bojā. Построй ковчег. Uzcel šķirstu. В этом ковчеге будет твоё спасение. Būs tava glābšana. Вы знаете, Бог обещал, что в последнюю будет потрясение. Мы даже не представляем, во что Европейский Союз завтра превратится. Мы не знаем, vispār grūti iedomāties, мы даже с вами не представляем, что в России может произойти завтра. Мы не можем paredzēt, мир и безопасность, мир и безопасность, стабильность, мудрость Кремля. Мирс. А завтра треснет все. И на мелкие кусочки может разлететься. А если мы не знаем, что дальше делать, ja mēs nezinām, ko tālāk это может ударить и по нашим интересам. Tas var arī stipri iesist pa mūsu interesēm. Мало ли, что говорят люди. Maz, ko saka cilvēki. Самое главное, что говорит Бог. Pats galvenais, ko и нам нужно сегодня чувствовать. Я чувствую, что время неспокойное. Jājūt, что не время сегодня просто радоваться, веселиться. Ka без, laika, знаете, как вот свинет, Иисус входил в Иерусалим, все ликовали, visi кричали, в воздухе чепчики бросали, кричали «Осана!» сауца, а Иисус почему-то плакал. Bet Jēzus neskāpēc raudāja. Потому что он видел другое завтрашний день. Viņš redzēja rītdienu, viņš redzēja citu. Он плакал, видя, как Иерусалим превратится в развалины. Viņš redzēja to, kā Jeruzalem pārvēršas grūvēšos. Когда надо плакать, они веселились. Kad vajadzēja raudāt, viņi priecājās. А когда надо было веселиться, kad vajadzēja priecāties, они уже плакали. Viņi jau вы знаете, о чем моя молитва? Ziniet, par ko es lūdzu? Моя молитва простая. Tā ir vienkārši. Дух Святой. Svētais Gars. Дай мне чувствовать настроение моего Отца Небесного. Dod man sajust man debesu Tēva nosvinojumu. Если он плачет. Ja viņš raud. Помоги нам плакать вместе. Palīdz mums raudāt kopā ar viņu. Если он радуется. Ja viņš priecājās. Господь, помоги мне радоваться с ним. Palīdz man priecāties kopā ar viņu. Чтобы не получилось то, что было перед входом в Иерусалим. Lai nenotika tā, kā tas bija pie ieiešanas Jeruzalē. Jēzus raud. Radujется. Bet tauta priecājās. Господи. Dievs. Дай такое единство. Dod tādu vienotību. И смотрите. Un skatieties. Этот мир. Šī pasaule. Первый мир смеялись над Ноем. Pirmā pasaule smējās par Ноем. А Ной плакал. Bet Ноас raudāja. Но смеется тот, кто смеется последний.
Bet smējās tas, kurš smējās Когда ты исполняешь волю Божию. Kad tu piepildi Dievu gribu. И ты чувствуешь не то, что большинство людей чувствуют вокруг тебя. Un tu jūti ne tikai to, ko будут называть. Lielākā daļa cilvēku jūt ap tevi. Тебя будут называть будут каким-то дебилом. Tev var nosaukt par debilu. Параноиком. Paranoiku. Какой потоп? Kādi plūdi? За одну секунду может всё поменяться. Vienā sekundē var viss mainīties. За одну секунду может привычные стереотипы, вот привычные, стандартные, стабильные стереотипы, они могут разрушиться. Стереотипы var tikt sagrauti. И нам нужно слышать слово от Господа. Nu, mums jādzird no Dieva vārds. И строить ковчег. Un jāceļ šķirsts. Что бы сегодня вокруг нас не было. Lai kas mums apkārt мы, как notiktos, Божьи люди, mums kā Dieva должны cilvēki, строить ковчег, ir jāceļ šķirsts, kurā Будет спасение нам, глапшина ган мумс, нашим детям, мусу бернем, братьям и сестрам. Бралем и масам. Нельзя сегодня просто беспечно ждать Венкаш, у моря погоды. Невер, Какой-то царь хороший придет и нам что-то поможет. Нас, Какие-то кредиты там международного валютного фонда. Да ерунда это полная. Завтра Европейский Союз прекратит свое существование так же, как прекратил свое существование Советский Союз. Никто не ожидал. Все думали, Советский Союз будет еще эпоху. Все, он треснул. И камень, который оторвался от горы, без содействия рук человеческих, он ударил истукана по ногам, и этот истукан развалился. Сотрется. Запомните, всякая безбожная система, которая сражается система, против нашего Бога, она треснет, Dievu, развалится и разрушится. Sabruks, и все враги будут положены в подножие ног его. Un Мы visi, должны освободиться от национализма. От лжепатриотизма. Но вилтус патриотизм. И мы должны ассоциировать себя с Царством Божьим. Я привез на того, я ассоциирую. Потому что земля и все дела на ней сгорят. Visi zemes а мы имеем от Господа жилище на небесах. Bet mums ir mājokli дом нерукотворенный вечный. Kas māja, kas ir mājoklis, Просто kas моя мужикс. Молитва, братья и сестры. Mana лукшина, брали, чтобы масс. Дух Святой открыл тебе Lai Svētais Gars atklāja хотя tev, бы ближайшее будущее. Tuvāko nākotni. И чтобы настроение этого будущего стало твоим на сегодняшнем настроении. Lai tās nākotnes noskaņojums ir tavs šodienas noskaņojums. На самом деле мы должны быть прозорливцами и видеть то, что происходит впереди. Kas redz nākotni. Амен. Дух Святой написано, наставит нас на всякую истину. Святой Гарс mums dos katru patiesību atklās. Возвестит будущее. Atklās nākotni. И прославит Иисуса Христа. Un slavēs Jēzu Kristu. Amen. Amen. Знаете, Иисус знал свой путь. Jēzus zināja savu ceļu. Он совершал великие чудеса. Viņš darīja lielas lietas. Но он чувствовал время сезона. Bet viņš jūta šīs sezonas laiku. Время смены сезона. Viņš jūta šīs sezonas pārmaiņas laiku. И он приходит к Петру и говорит, Петр, Viņš pienāk pie Pētera un saka, к ученикам, pie mācekļiem, завтра, rīt, все поменяется. Viss mainīsies. Вчера мы были в центре всеобщей любви. Vakar mēs bijām viss kopīgs šīs mīlestības vidū. Люди аплодировали. Cilvēki aplaudēja. А завтра Bet rīt, эти же люди, šie paši cilvēki, они распнут. Viņi sitīs krustā. Они будут кричать. Viņi распни его. Sit viņu krustā. Не может быть такого. Nevar tā būt. Может. Var tā būt. И Петр, Un Pēters, да не будет с тобой, Господи. Lai ar tevīm nenotiek tā. Нам так не хочется. Mums tā negribas. Чтобы сезон менялся. Lai sezona mainītos. Но дело в том, Bet lieta ir tajā, что время никого не спрашивает. Ka laiks nevienam nejautā. Время не будет тебя спрашивать. Laiks tev nejautās. Var? Наступит лето. Drīkst iestāsies Можно? Vasara. Наступит зима. Vai drīkst iestāsies vasara? Время никого не спрашивает. Laiks nevienam nejautā. Иисус подчинился времени. Jēzus pakļāvās laikam. Теперь ваше время. Un tagad ir jūsu laiks. Время тьмы. Tumsas laiks. Поэтому он в Гефсимании не творил уже чудес. Tāpēc Getsemanē viņš vairs nedarīja brīnumus. Кроме этого последнего чуда. Kā он сказал, pēdējo brīnumu. Я знаю, для чего я пришел. Es zinu, kādēļ es esmu nācis.
Сколько людей разочаровалось. Cik daudz cilvēku bija vīlušies. Они думают, что Иисус еще до 90 лет будет суперменом, он no, будет думаю, ходить по воде, он будет кормить голодных, будет супермен, и еще целая цивилизация баровас, будет на нем. Иссалкушос. А всего три года прошло, погай, 3 годы, и время поменялось. Un laiks mainījās. Его распяли. Viņu sita krustā. Сколько людей, смотря на крест, Cik cilvēki skatoties uz krustu? Говорили, а мы думали. Teica, bet mēs domājām, что будет по-другому. Ka būs savādāk. А Иисус говорит, а я вижу не только Голгофу, а я вижу на третий день после смерти воскресение. Jēzus saka, es redzu ne tikai Golgātu, bet es redzu augšāmcelšanos trešajā dienā pēc nāves. Господи, помоги нам видеть Palīdzi mums redzēt nākotni. Люди разочаровались. Cilvēki bija vīlušies. Христа распяли. А мы думали, что он еще будет тысячу лет царствовать. Mēs domājām, ka viņš vēl tūkstošiem gadu valdīs. Сезон меняется. Сезоны mainās. Нет ничего вечного под солнцем. Nav nekā mūžīga. Время рождаться. Laiks piedzimt. И время умирать. Un laiks mirt. Время подниматься. Laiks celties. И время уходить. Un laiks aiziet. Поэтому, Господи, ну дай нам эту чувствительность. Dod mums, kungs, šo jūtīgumu. Дай Господь нам эту чувствительность. Потому что ютигум. Чтобы не затягивать это время. Помните, был один царь, как его звали. Пришел пророк. Отнаца праветис. И сказал ему. Петянин он тейц. Все, ты молодец. То есть молодец. Прожил свою жизнь. Но как его звали? Скажи. Пиши завещание. Раксты тестамент. Ангелы уже пришли за тобою. Ангел его представил сорок Ты все молодец, все прекрасно сделал. То весь молодец издали. Пора домой. Лайксет майас. Всему свое время. Visam savs laiks. Время вовремя. Время пришло уходить. Если пришло время уходить, jāiet. Уходи. Jāiet, tad ej. А он Bet viņš повернулся. Pagriezās. И как мальчик. Un kā puišelis. Сам как президент. Pats ir prezidents. Сам президент. Pats prezidents. А как мальчик. Bet kā puika. Господи. Kungs. Не хочу уходить. Negribu iet. Ну что, я плохо жил, что ли? Вот это слегка дзīvoju. Господь говорит, молодец, хорошо жил. Viņš, Поэтому saka, вовремя уходить dzīvot, надо. Tāpēc laicīgi ir jāaiziet. Пожалуйста. Lūdzu. Ну дай мне еще. Dod man vēl. Хоть немножко. Kaut vai nedaudz. Господь смотрит на него. Dievs skatās uz viņu. Ну пожалуйста. Ну лūdzу. Лūdzу. Отошлю тебя в лūdzу тогда. Aizsūtīšu tevi uz lūdzu. Ну короче, он ему 15 лет еще дал. Ну как? Dev viņam vēl 15. И что там? Господь Писание говорит. Un raksti saka, за этих 15 лет, по шеем 15 годам, которые он сам урвал, это не то, что ему Бог дал, kurus viņš izlūdzās Dievam, он вырвал эти, viņš tā kā izrāv no Dieva, за эти годы, по шеем годам, потерял все, zaudēja visu, враги пришли, atnāca ienaidnieki, разграбили, visu nolaupīja, бесславная смерть, un даже умирать надо вовремя, pat jānomirst ir laicīgi. Я вспоминаю тот анекдот. Бабуля с дедулей по раю ходят. Бабуля и дедуля по раю ходят. А, веселый, он же весмам, они по парадизу стайга. И дедуля вдруг бабулю. Эх, если бы не твои таблетки, мы бы здесь уже давным-давно были бы. Он веселый, он же сказал весмам, ну я не та уж таблетки, мы здесь сен я буду. Вот. Знаете, можно порассуждать? Я не утомил вас, я еще 5 минут и ухожу, все. Все. Получу, мы просто помолимся, чтобы Господь дал нам эти антенны. Lai Dievs mums dod šīs antenas. Чтобы мы чувствовали время. Lai mēs sajustu laiku. Когда вот, мы молимся за больных. Kad mēs lūdzam par slimajiem. У нас был очень такой неприятный момент. Mums bija nepatīkams elements. Это было в Огре. Пастор нашей Огрской церкви. Mūsu ogres draudz mācītāja. Была болезнь у неё, как-то очень страшная болезнь, она высохла. Viņai bija slimība, un viņa pilnīgi izžo. Я помню, когда перед смертью я подошёл к ней. Un kad pirms nāves es piegāju pie viņas. Она сидела на стуле. Viņa sēdēja uz krēsla. Я её не узнал, потому что... Es viņu nepazinu. Болезнь так её высушила. Šī slimība viņa tā izžāvēja. Я же, ну как, мы как духовные люди, мы ищем опору внутри. Un, что говорить говорить этому человеку? До того, как мы приехали, там были очень много евангелистов, которые
возлагали руки и говорили: «Во имя Иисуса будь исцелена». Un pirms mēs atbraucām, bija daudz evaņģēlistu bijuši, kas lūdza par dziedināšanu un Jēzus vārdā. Мы совершенно не против. Mēs neesam pret brīnumiem. Мы совершенно не против того, чтобы даже Лазарь из гроба встал. Mēs neesam pret to, pat lai Lazars. Но если ты чувствуешь время. Celtos no miroņiem, bet tev Дары Духа Святого, они подскажут тебе, время сейчас уходить или время оставаться. Un Svētais Garš tev teiks, vai laiks ir palikt, vai laiks riet. Я думаю, вы все знаете, наш бухгалтер Раиса Ивановна, mūsu, которая тоже, вот по моим понятиям, она должна была умереть год назад. Раиса Ивановна, viņai vajadzēja nomirt gadu atpakaļ. Потому что у нее этот, как называется, этот страшная болезнь. Эти, viņai kaut kāda briesmīga slimība. Печень. Aknes. Как это? Да, да, вода накапливается. Это страшно. Ūdens sakrājās kaut kur. Гепатит, понимаете, гепатит. Это страшная болезнь. Она вот такая была коричневая, я не знаю, вот такой вот цвет. Мы все медленно ожидали, Visi, вот до Нового она... года дотянет или не дотянет. Он лиз явным годом извилкс, а не извилкс. Она сказала, не дождетесь. Винь тейца не сагайдисет. Она говорит, я жила святой и праведной жизнью, свято, я не грешила, не просто умирать банально, я не собираюсь. Венкарш банально умер, ты с не тайсос. Приезжали евангелисты с Украины, отбрал евангелисты на Украине, и на ухо мне, ну, ауси, может, ауси тейц. Пару недель протянет и все. Варбут парс. Она сидит, говорит, не дождетесь. Винь сака, не сегодня она в Америке, исцелена. Dziedināt. Обслужена, цветет и пахнет, ходит на базар. Iet uz tirgu. Вы понимаете, вопрос, человек чувствует время уходить или не чувствует? Cilvēks jūt laiku aiziet. Возвращаясь к огре. Atgriežos pie ogres. Я с ней, когда с пастором разговаривал, es, kad ar mācītāju вот, runāju, знаете, что такое ощущение? Lūk, ощущение, ir, что sajūt. Пора уходить. Sajūt, и это не оскорбляет aiziet, никого, un и никого nevienu, по рукам не бьет. Neapkauno nevienam par rokām. Время уходить, значит время уходить. Laiks aiziet, tad laiks ir aiziet. Это не оскорбительно. Tas nav apkaino, поэтому я пообщался с ней. Tāpēc es ar viņu runājos. Я рассказал про два дома. Es pastāstīju par divām mājām. Когда эта хижина наша разрушится, мы от Бога имеем дом на небесах нерукотворенный. Šis mājoklis tiks sabruks un mums ir mājoklis Dievā. Ходил Енох перед Богом, не стало Еноха. Вы знаете, что как Павел priekšā, говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Я dzīve man ir Kristus, я именно об этом говорил. Es viņai par to runāju, ka... И помолился за нее. Lūdzu, говорю, пусть Бог тебя утешит, благословит. Все-таки рано или поздно. Vienalga agri vai vēl. Жизнью ли то, смертью ли то, пусть Иисус Христос прославится. Lai Kristus ir славец, dzīve vai nav. Через три es дня aizbraucu. Pēc я dien, слышу. Es dzirdu. Некоторые лидеры этой церкви даже šīs draudzes лидеры сделали заяву. Издарīja, пастор tā... Алексей ударил нам по рукам, pateica, потому что мы все стояли в вере, un что mēs visi она ticēm, будет жить. Ka visi, viņa dzīvos, un mācītājs Aleksejs mums par rokām sit. Алексей его, ее спроводил туда. Bet Aleksejs viņu pavadīja uz turieni. Вы знаете, потом состоялся разговор пастора Алексея саруна. С лидерами этой церкви. Ar Aleksej, mācītājs Aleksejs ar šīs draudzes līdzeriem. Мне задали вопрос. Un man uzdeva jautājumu, kāpēc, когда мы молились, kad mēs lūdzām, чтобы Бог ее исцелил, lai Dievs viņu dziedinātu, она умерла. Viņa nomira. Знаете, какой мой ответ был? Ziniet, kāda mana atbilde bija? Мой ответ был такой. Mana atbilde bija tāda. Результат этой молитвы зависит не от вас. Lūkšanas rezultāts nav atkarīgs no jums. Не от меня. Un ne no manis. От нее. Bet no viņas. Если она чувствует, что должна уходить, ja viņa jūt, ka viņa она даже тебе скажет, не надо молиться. Течение совершил, веру сохранил, lūk, и я чувствую, что пришло saglabāja. Время расставаться. Ребята, laiks ir я прожил прекрасную жизнь. До es свидания. Так вот сюда, dzīvi. Честные, зрелые, духовные люди. Godīgi, когда cilvēki. Пришло время, kad atnāca laiks. Они не цепляются за жизнь, еще три дня пожить. Viņi и что тебе эти три дня laika, дадут? Ko tās trīs dienas papildus Всему dos? Свое время, visam время рождаться laiks и время piedzim, умирать. Laiks ir mirt. Опять же, а вот был случай, человек уже умирал, и Lūk, Бог его вернул. Cilvēks nomir, un Dievs, Dievs viņu atdzīvināja. Тот, кто молится за человека, он, кроме исповедания веры,
он должен иметь дары Духа Святого, cilvēks, которые помогут чувствовать время. Viņam jābūt šī svētā gara dāvanām, kas palīdz izjust šo laiku. Reisa Ivanovna nebija Хоть laiks провожаете, не дождетесь. Kaut arī jūs pavadat jau, jūs nesagaidīsiet. Каждый праведник своей верою жив no будет. И если он чувствует, не время уходить, время в Америку ехать, она уехала во время. Она говорит, мы сейчас в Мексику летим. Я была уже в торговом центре, я говорю, Раиса. Es biju tirzniecības centrā, es saku, я говорю, ты всех разочаровала. Tu visus pievīli. Все были так уверены. Visi bija tik pārliecināti. Что с Сашей со своим вы встретитесь уже там на небесах. Ja jūs ar Sašu tur debesīs. Пусть Саша там гуляет, а я по Америке погуляю. Саша тур лай стайга, а я с Америка Поэтому здесь не надо быть религиозным. Nevajag šeit būt здесь religiozim. Не надо быть капризным. Šeit nevajag būt И не надо быть обиженным. Un nevajag Если ты знаешь, что būt. Ты будешь жить, ja tu... Как написано, я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни. Он послушал Деву дарбус. Да пусть хоть тысячи людей молятся, чтобы меня не было. Lai manis nebūtu. Не получится. Nesanāks. Амен. Амен. Поэтому, братья и сестры, я заканчиваю. Es tagad Дорожите временем. Vērtējiet laiku. Потому что дни лукавы. Jo dienas ir ļaunas. Пусть Дух Святой обострит наши чувства, чтобы мы знали, какое время на дворе. Воевать будем воевать. Если karosim. Время мира, ja мы будем laiks, строить и созидать. Целсим, Если veidosim. Господь о чем-то предупреждает, ja Dievs par kaut ko brīdina, пусть наши глаза видят. Lai mūsu acis redz, и пусть наши уши слышат. Lai mūsu ausis dzird, потому что написано, jo rakstīts, все водимые Духом Божьим, visi, kas Dieva gara vadīti, водимые Духом Божьим, kas vadi, Dieva gara vadīti, суть сыны Божьи. Patiesībā ir Dieva Amen. Dēli. Я задаю вопрос, как вы думаете, почему Петр, которого kāpēc, арестовали, kāpēc Pēters, kuru apcietināja, которого заковали, kuru ielikšajā 16 važās, солдат его охраняло, 16 karavīri viņa apsargāja, а он так спал крепко, viņš tā tik cieši что даже гуляй, ангел еле разбудил его, ka pat ēņģels viņu knapu varēja pamodināt. Ты на своей чистой простыночке, да на мягкой подушечке так не спишь, Как апостол Петр в тюрьме на каменном полу спал. Потому что он знал cietumā, время. Jo viņš zināja laiku. Иисус ему однажды пророчествовал. Когда ты был молод, когда ты был jauns, ты ходил куда хотел, tu gāji, kur tu vēlējies. А когда состаришься, bet, kad kļūsi vec, тогда тебя поведут туда, куда ты не хочешь. Tad tevi vedīs tur, kur tu nevēlies. И поэтому, когда его арестовали, он говорит, я еще молодой. Viņš teica, es vēl esi jauns. Не время уходить. Nav laiks iet. И я знаю, что и мне не время уходить. Ka, un zin, когда ka arī трясет laiks где-то, iet, знаете, на, летишь где-то через океан. Kad lido pār okeānam. И турбуленция начинается. Un sākās turbulence. Сначала вокруг. Sākumā apkārt. Потом здесь. Pēc tam tur. Трясется под... Так страшно, надо būt честно, скажу, страшно. Bail paliek, что es teikšu godīgi. Утешает? Утешает, что не время. Un mierinājum dot tas, ka nav laiks. У нас еще, когда мы станем матерью тысячи церквей, un, tūkstoši draudžu матери, когда у нас будет христианское правительство, kad mums kristīgā valdība, и когда у нас тут праздники поклонения, kad mums pielūksmes svētki būs, tad я могу сказать, ну, ребята, я свое сделал, un, чао, tad es teikšu, пойду туда, labi, а мы еще не доделали. Iešu, bet vēl nav На полдороги Господь никого не срывает. Uz pusceļā Dievs nevienu nenoņem. Договорите с Богом. Sarunājiet ar Dievu. Договорите с Богом. Sarunājiet чтобы ar Dievu. Мы не зависели от обстоятельств, Lai от паники. No я знаю, в кого я уверовал. Es zinu, и он силен сохранить залог мой Un viņš даже в день он. Амен. Пусть Дух Святой наполняет. Mani. Пусть утешение от Него приходит и уверенность. Я знаю, Искупитель Es zinu, mans glābējs ir dzīvs. И ни одно оружие, un neviens ierocis против тебя, vērs pret mani, оно не будет успешно. Nebūs И ни один язык, состязующийся с тобой на суде, не будет благословен. Nebūs Бог sveidā. Хранит тебя. Lai Dievs Бог tev sargā, защищает Dievs тебя. Tev aizsargā. Ты ценность его в глазах. Tu esi vērtība viņa acīs. Цените время. Vērtējiet laiku. Amen. Давайте закроем глаза и помолимся. Aizvērsim acis un palūksim. Драгоценный Дух Святой, Dargais, я благодарю Тебя за tev, это время, par šo laiku, за это прекрасное время, par šo брīnišķīgo laiku, день. Dienā. Я прошу Дух Святой, es lūdzu, научи gars, нас слышать это Māci время. Mums dzirdēt to. Kol mahezir bamoli grande.
Mengra suji balara jombare tolvere klaba ala breba jigra balebrongi sergo bakhsheya merza mare tolbare le gresheta laya kalabrema le koroma khesi janda mek saburi gamur gavla bacha betule mar deva loki mila kruse aleluya открывай наши духовные глаза чтобы нам видеть. Открывай наши уши, чтобы нам слышать. Чтобы нам видеть завтрашний день. Кермаре бамехенджеле. Гермерене гресембле шенцерели брешеде. Бламер гамаха седжанда. Ламбре сомехе сиджини легу маха. Орба мелеребле шембал месанди анда. О, Дух Святой, я прошу, открывай глаза лидеру. Открывай уши, чтобы слышать, что Дух говорит церквам. Господь, дай опережающую стратегию. Показывай будущее, открывай стратегию завтра. Алла Бельга Беджелебра Банджа. Давай всю свою команду, я хочу молиться за вас. Вся команда пасторская, пожалуйста, выходите сюда. Аллилуйя. Пусть пророческое помазание сойдет на вас. Пусть пророческое видение наполняет вас. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Но Дух Святой, где твоя команда? Берба диджа глоба мекла мару гамбахая. Давайте мы все встанем. Поднимем руки, будем молиться Духу Святому. Молись, чтобы Дух Святой открывал. Открывал глаза, открывал уши, открывал сердце. Берба лиле борбахи шанцалая. Берма хасенчу матела боджелерере. Браминг албора блешандела лабагея. Поднимайте глаза, пойте в духе. Дух Святой, носитель будущего. Корами самеле, камина ламесор, балега баджеде, алама сора бенде. Kemare so, lemare sto, ramache, rabeba jaya. Ora menje man megale mre samene la la menje le me, arbele na lokle samer gamare glamare glaje. Go, gabe chile ba mahe chendele. Пророческое помазание. Бенчи балеребре. Раками женцелеребре шеделея. Когда ты будешь говорить с людьми, ты будешь знать их судьбу. Кер банджелеребре шеделея. Покрывало, которое лежало на твоих, на твоем сознании, сорвано во имя Иисуса. Без тобе джеглебере шеделея. Принимай пророческое помазание. Лембре беджига мазантигле берегла бежели. Во имя Иисуса Христа, пророческое помазание. Я ходатайствую о том, чтобы духовные глаза были открыты. Мен заметигле мерегла дея. Когда будешь свидетельствовать, когда будешь поклоняться, ты будешь видеть славу Господню. Ты будешь видеть ангелов, которые восходят и нисходят к Сыну Человеческому. Пророческое помазание. Без табе джилей. Локамен джеметая. Во имя Иисуса. Открывай глаза. Бен джаме геребле шедерья. Я пророчествую. Пророческое помазание. Мен джама гебазе джилея. Когда будешь проповедовать дары Духа Святого, будут открывать будущее. Без тобаджа. Без тобаджа. Кепотола лебрея.
из чрева потекут реки воды живой. Ты будешь видеть сквозь стены. Ты будешь видеть сквозь обстоятельства. Ангелы Божьи, слава Божья. Помазывай, Господь, пророческое помазание. Орга беледжигле жеделия. Пророческое помазание. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса пророческое помазание. Видеть будущее. Мудрые запасали. Мудрые запасали. Лебре беджигле берегло шендерия. Наполни Дух Святой. Пророческое помазание. Лабра габажотца габичиге булебамба хашитца далая. Ирги берегрище, цигри бачаме джанго балежидея. Пена лабаба сора башидея. Аллилуйя. Аллилуйя. Лабре саменджей. Пророческое помазание. Роки мене лабре санчеле лебея. Господь, ты обостряешь чувствительность. Мы будем чувствовать время. Мы будем современными людьми. Лабанче ароке бесочетерья. Всякая тьма расступится, и твои глаза будут видеть путь, по которому идти. Ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, керба махая, герма мене жембла магрезая. Аллилуйя! Наполни Дух Святой. Пророческое помазание. Видеть будущее. Ты будешь чувствовать Его чувства. Ты будешь понимать Его мысли. Во имя Иисуса Христа. Все водимые Духом Святым. Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Пророческий взгляд. Пророческие картины будущего открываются во имя Иисуса. Пророческие картины будущего открываются во имя Иисуса. Пророческое помазание для своей земли, для своей страны. Давайте соединим наши руки. Давайте соединим наши руки. И давайте будем молиться о пророческом помазании. О, Дух Святой. Пусть придет эта пророческость. Помазание для своей земли. Для своего народа. Видеть будущее. Арбема Ламагебажецамбаргелея. Помазывай, Дух Святой. Свайди, святый гарс. Помазание пророческого Свайди. Служения. Шамрак, локимен джамаглея. Мы не будем слепыми. Мы будем зрячими. Покрывало, которое лежало. Господь его срывает. Пророческое помазание. Для своей земли. Для своего народа. Арбаме джеда. Мангеба сомби джедая. Покрывало, которое лежало на сознании, сорвано во имя Иисуса. Ты будешь видеть завтрашний день. Арбене джеда я. Дары Святого Духа будут открываться. Бэм джобели регри джеда я. И народ будет убеждаться в том, что есть пророк в Израиле, что есть пророк в Латвии. Бог будет подтверждать всякое сказанное пророческое слово. Наполняй Дух Святой. Во имя Иисуса пророческое помазание. Ты будешь видеть сквозь стены, сквозь людей, сквозь обстоятельства. Ты будешь видеть суть. Кема сембра меджанда, локи мен ченделерия. Ты не будешь жертвой обмана, потому что Дух Святой будет предупреждать. Хлорбеджи грея, чувствовать время, понимать время, подчиняться времени, не опаздывать. Локи бередчендалая,
не опаздывать. Лама ханчамергебе джедедея. Чувствовать время во имя Иисуса. Благослови, помазывай. Дай нам, Господь, опережать события во имя Иисуса. Прасачинтеле. Мексамора менджеле брабага джамбурая. Халлелуя, ребба. Келаброма джендели. Халлелуя. Время материалистического христианства заканчивается. И придет время прозорливого христианства, который будет видеть завтрашний день. Халлелуя. Когда Соломон стал на пост президента, он ни о чем другом не просил. Дай мне мудрость видеть будущее и руководить страной. И он принес тысячу всесожжений. Возьми сейчас свою жертву. Жертва открывает будущее. Жертва открывает небо. Жертва дает чувство времени. Жертва сделает тебя современным человеком. Ты не будешь жить эпохой прошлого. Садитесь. Ты не будешь жить категориями 60-х. Ты не живешь под 60-го года категориями. Тот, кто чувствует время, он не живет прошлым. Он живет будущим. Ибо только будущее справедливо и разумно формирует мое настоящее. Самые несчастные люди — это те, кто живет прошлым. Ностальгия, как наркотики, держит нас в плену. Но не от великой мудрости. Человек говорит, те времена были лучше нынешних. Нас ожидают лучшие времена. Возьми свою жертву, подними. И помолись вместе со мной. И скажи, Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. Я благодарю Тебя за это слово. Я прошу Тебя, Дух Святой, открой мои глаза, чтобы я мог видеть. Открой мои уши, чтобы я мог слышать. Я не хочу быть жертвой обстоятельств. Я не хочу быть жертвой обмана. Я хочу видеть завтрашний день. Я хочу опережать события во имя Иисуса Христа. Дух Святой, научи меня чувствовать время, подчиняться этому времени, подчиняться тем событиям, которые они диктуют. Поклоняюсь Тебе и приношу эту жертву для того, чтобы знать свое будущее, чтобы знать свой завтрашний день во имя Иисуса Христа. Амин. Пожалуйста, ашеры, пустите ведра по залу. Иногда, чуть-чуть тише, иногда нас будоражит будущее. Dažreiz mums satrauc nākotne. Нас будоражит завтрашний день. Mūs uztrauc rītdiena. И однажды пророк, псалмопевец, un kāds psalmdziedātājs, pravietis, размечтался так, что viņš sāk tā sapņot. Он молился и говорил. Viņš lūdza un teica: "Скажи кончину дней моих. Скажи кончину дней моих. Pasaki man dienu beigas." То есть Господь не против открывать нам завтрашний день, но в условиях, если нас это интересует, если тебе это важно. Иногда, знаете, как мы говорим, кому легче жить? Кто знает свой завтрашний день? Или он не знает? Иногда легче, когда мы не знаем. Dažreiz vieglāk ir, kad tu nezini. Но это безответственнее, чем когда ты знаешь, потому bet что это ответственнее. Ja tu zini. Иисус Христос знал. Jēzus zināja. Что будет завтра? Kas būs rīt? И ему было тяжело. Un viņam bija grūti. Но он готовился к этому. Bet viņš tam gatavojās. И ангелы работали с ним.
Un eņģeļi ar viņu strādāja. Братья и сестры, пусть в репертуаре, знаете, пусть в репертуаре наших молитв, lai mūsu lūkšana repertuārā, главным пунктом, galvenais punkts, после этого дня, pēc šīs dienas, будет пункт, ir punkts. Будущего. Хорошо, что у меня исцеленные почки. Хорошо, labi, что man ir dziedināts nieres. Куда? Куда? Куда мы идем? Kur mēs ejam? С кем мы идем? Ar ko mēs ejam? Что нас ожидает завтра? Kas mūs sagaida rīt? Блажен человек. Svētīgs cilvēks. Которого вразумляешь ты, Господи. Kuram gudrību dodi tu? Чтобы дать ему покой в бедственные дни. Lai dotu viņam mieru bēdu laikā. Когда Ной зашел в свой ковчег, kad Nojs iegāja savā šķirstā, вокруг была паника. Apkārt bija panika. Все кричали. Visi kliedza. Катастрофа. Катастрофа. Стучали в этот ковчег. Кловая пе шим штирста. Но всему своё время. Bet visam ir savs laiks. Смеялись? Смеяties. Теперь время плакать. Tagad ir laiks raudāt. А мы плакали? Mēs raudājām. Строили? Цēlām. А теперь покой. Bet tagad ir miers. В бедственные дни. Bēdu laikā. И как было в дни Ноя? Un kā bija Nojas laikā? Так будет и во дни сына человеческого. Tāpat būs cilvēka dēla laikā. Поверьте, друзья. Ticiet, ничего не поменялось. Draugi, nekas nav mainījies no tā laika. Как написано? Kā ir rakstīts? Ели, пили, ēda, dzēra, dzīvoja. Не тужили, женились, строили. Precējās, cēla. И не думали. Un nedomāja. О будущем. Par nākotni. А был один человек. Bet bija viens cilvēks. Это будущее слышал, потому что Бог kas šo nākotni dzirdēja. Так вот мы в отличие от других людей, tāpēc mēs atšķirībā no citiem cilvēkiem, должны услышать. Mums tas ir jāsadzird. Своё будущее. Savu nākotni. И найти покой. Un atrast mieru. В бедственные дни. Bēdu laikā. Давайте помолимся. Palūksim. Отец. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Я благодарю тебя. Es tev pateicos. За это слово. Par šo vārdu. Благодарю тебя за утешение. Pateicos par mierinājumu. Благодарю тебя, что ты наш Бог. Pateicos, ka tu esi mūsu Dievs. Ты не хочешь, чтобы мы стали жертвами обстоятельств. Tu negribi, lai mēs kļūstam par apstākļu upuriem. Ты хочешь вразумлять нас. Tu gribi mūs apskaidrot. И я благодарю тебя за это. Es tev pateicos par to. Господь, вот это жертвы. Šis upuris. Народа твоего. Tavas tautas upuris. И я прошу тебя на основании этих жертв. Un balstoties uz šiem upuriem. Просвещай наше сознание. Apskaidro mūsu. Просвещай наши сердца. Apskaidro mūsu sirdis. Пусть никакой дьявол и бесы не одурачат нас. Lai neviens velns, neviens ļaunais gars mūs neapmāna. Сделай нас головой, а не хвостом. Dari mūs par galvu, nevis asti. Ибо ты Иисус наш путь истинной жизни. Jo tu esi mūsu ceļš, patiesība un dzīvība. Просвещай нас, вооружай нас. Apgaismo mūs un руководи нами. Dod ieročus mums un наставляй нас всякую истину. Dod mums saprast katru patiesību. Возвещай будущее. Atklāj mums nākotni. И прослав Иисуса Христа. Mēs slavējam Jēzu. Мы поклоняемся тебе. Jēzu, mēs мы превозносим твое великое святое имя. Mēs pagodinām tavu svēto vārdu. И весь Божий народ сказал. Mēs Dieva tauta saka: Amen. Amen. Воздайте Господу славу. Amen. Dod slavu Dievam. Halleluja. Halleluja. Садитесь. Sēdieties. Бог превознес и прославил Иисуса превыше земных и небесных имен. А Jēzus на троне, в царской короне, да будет превознесен. Амен, амен, амен. Мы с тобою на пороге грандиозных роковых перемен. Так решило небо. Амен, амен, амен. Палдес барузманибун садарбибун. Спасибо, пастор. Paldies, мацитай. Слава Девам. Подвод Девам Богу. Славу. Ну, пастор, вы знаете, что тут есть еще лидеры из других церквей. Может быть, те, которые хотят получить это лидер, помазание. И пусть, может, вы можете тоже за них помолиться. Которые хотят. Но Вес все не хотят. Да, потому что это по правде очень такое, ну, важное, хорошее слово, по-моему, потому что да, потому что очень важно, что пришло то время, когда нас начинают искать, даже в тюрьме, да. Даже везде, где тот человек, который знает живого Бога.
И это время начинается. Пророческое помазание, пророческий дар, чтобы он высвобождался больше и больше. Это такая 14 лет, 2014 год. Мне сказали, от 14 этих 7 и 7 годов. Я думаю, это, ну, это очень так пророческое тоже. 7 и 7. И сейчас 2014, и сейчас опять эпоха меняется. Надо знать, что будет в следующие 14 лет. Так что, Лузу, те, кас ir, ну, no citām draudzēm, mēs iznācām uzdraudz cilvēkus, bet te, kas no citām draudzēm, Lūdzu, nākat ārā un saņemiet šo te svaidījumu, jūs ticat, ka Dievs to, šo vārdu sūta tagad. Ja? Un ja tev ir šis pamudinājums, nepalaid šo laiku garām, jūti šo laiku. Tieši tā, kā mēs šodien klausāmies, jūti šo laiku. Nāc ārā un saņem, lai tu zināt savai dzīvē, citām dzīvēm, kas tev blakus ir savai draudzē, savai pilsētē, savai zemē, Latvijai. Amen. Es dodu. Нет, я думаю, что ну, обязательно хотят. Да. Тут есть люди из нового поколения Лепа, нового поколения Второй Венспилс, тут есть из Дзиви Басавлоц и, может, еще других каких-то церквей, которых я даже не знаю. Пожалуйста. Друзья мои, Драуги, народ будет истреблен за недостатком ведения. Таута и боя зинашен труком дель. От лидеров зависит, но куда лидерами люди идут. Кур цилвак иет. И как написано, если слепой поведет слепого, Яклай сакловает, как ракстиц, они все попадут в яму. Мы не имеем права быть слепыми лидерами. Когда я не знаю, куда я иду. За мной люди не знают, куда идут. Это трагедия. Цилваки, это пакаль, бет эс незин, кур эсэй. Когда сегодня я на Украине спрашиваю, когда знают Украина, ли будущее страны политики? Вай политики зина валс наакотны? Политики не знают будущее. Политики не зина. Священники. Какой завтрашний день в стране? Какое будущее? Priestari, kāda ir nākotne? Когда страна не знает, куда идти. Kad valsts nezin, kur piet. Когда церковь не знает, куда идти. Kad draudze nezin, kur piet. Это когда слепой ведет слепого. Kā aklais ved aklo. Пусть это закончится. Lai tas beidzas. Я буду молиться, чтобы Бог открывал будущее, чтобы пророчески, чтобы каждый из вас был пророком для своей церкви, lai katrs no jums būtu pravietis savai zemei, savai draudzei, savai pilsētai. Чтобы этот пророческий голос звучал. Lai šis pravietiskā balss, lai tas skanētu. Это необходимо сегодня для наших городов. Tas ir nepieciešams mūsu pilsētām. Поднимай свои руки, скажи, я принимаю. Цел свои руки, саки, es pieņem. Драгоценный Дух Святой. Дорогой Святой Гарс. Открывай глаза. Atver acis. Открывай уши. Atver ausis. Открывай будущее. Atver nākotni. Ты сказал, изольёт Духа моего на всякую плоть. Вот того гара по каждому месту. Es lūdzu, izlēm, чтобы они видели видение, lai viņi redz чтобы они видели завтрашний день, lai viņi redz и пусть знания, lai пророческое знание делает их влиятельными и авторитетными, пророческое помазание. Мы не будем слепыми вождями, мы будем зрячими, мы будем видеть славу Твою. Славу. Господь, Ты сказал, Kungs, что ты был под смоковницей, но теперь, отныне, ты будешь видеть открытые небеса и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Пророческое помазание на тебе. Дары Духа Святого будет действовать в твоем служении. Ты будешь видеть сквозь стены, ты будешь видеть сквозь обстоятельства, ты будешь видеть сквозь слова. Суть вещей во имя Иисуса Христа. Яви славу Твою, Дух Святой, прошу Тебя. Пророческое помазание. Принимай пророческое помазание для своего города, для своей страны, для своей церкви. И люди будут говорить воистину, с вами Бог, всеми обличаемые во имя Иисуса Христа. Опережение событий. Опережение событий. Гамен забеджале бребеджелея. Ты будешь чувствовать время. Ты не будешь опаздывать. Ты будешь опережать время. Мудрость опережать. Мудрость не опаздывать. Мудрость опережать. Во имя Иисуса. Мудрость слышать время. Опережать его. Герба, лежа, брига, джерес. Я молюсь и провозглашаю пророческое помазание. Ламенджеле, грабаджа, махор, мадесу, риба, джимло, басо, джабая. Пророческое слово.
пророческий взгляд в будущее, пророческое видение. Во имя Иисуса Христа, блещен царея, люди будут задавать вопросы, и эти ответы будут у тебя заранее. Прежде чем человек будет задавать тебе вопрос, у тебя уже будет ответ. Опережение. 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 Фасанчабламаха. Прежде чем человек задаст тебе вопрос, у тебя уже будет ответ. Бог открывает тебе глаза, и ты будешь видеть, что в человеке. И тебе не надо будет говорить, что в человеке. Ты сама будешь видеть, что в человеке. И прежде чем человек задаст вопрос, у тебя будет ответ. И прежде чем он назовет проблему, у тебя будет решение. Пророческий голос. Покрывало лежащее столько лет. Сегодня сорвано. Ты будешь видеть, ты будешь слышать. У тебя будет пророческий взгляд в будущее. В твоих руках будут ключи от стольких закрытых дверей. И эти двери будут открыты во имя Иисуса. Принимай это пророческое помазание. Наполни Дух Святой. Ты сказал, открой уста, и я наполню их. Наполни эти уста и яви славу свою. Я говорю о пророческом помазании. Эти маленькие пророки, они будут озвучивать волю Божию. Да ты не бойся, ты будешь Самуилом. Амин. Большие аплодисменты. Бог на этом месте. Bet man vēl viens jautājums pie jums. Мне еще один вопрос. Atnācis tāds, kurš gribēja saņemt dziedināšanu. Есть кто-то, кто пришел и ожидал получить исцеление. Ir? Tāpēc, kad laiks vienmēr dziedināties. Время все время исцеляться есть. Un mums bija, nu, reklāma arī, ka būs dziedināšanas dievkalpojums. У нас была также реклама, что будет служение исцеления. Будет молитва исцеления. Un Да, это именно так. Ir kāds, kurš nāks ārā, kurš grib nāk laukā. Nākat šurp, tad ātri nekavējam. Бог на этом месте, пожалуйста, кто нуждается? Здесь есть пасторы, мы будем сейчас возлагать руки. Исцеляющая сила будет наполнять. Поднимайте руки и принимайте исцеление. Glory bless me. Glory bless me. Ранами Иисуса мы исцелены. Принимай полное исцеление. Шантелерия! Будь исцелен во имя Иисуса. Я разрушаю всякое проклятие. И говорю, будь исцелен. Окончательно. Роксин брошатабамае. Кухасачентулая. Всякое колдовство и всякое проклятие я разрушаю во имя Иисуса. Блёшинго махачерия. Принимай исцеление. Дьявол, ты порастрамлен, ты поражен. Во имя Иисуса я провозглашаю исцеление. Come! Yeah! Bless!